Так, пошла Ленуська. На градуснике, ребятки, у нас сегодня с утра 8 градусов. Но днем, конечно, тепло, по утрам вот так вот еще прохладненько. Так, такая у нас погода, птички поют, солнышко светит. Желаю всем, ребятушки, хорошего, удачного и веселого, беззаботного дня. Завтрак, завтрак. Ура! Доброе утро, ребята. Доброе утро. Бутерброд с колбасой, бутерброд с этой, с холодцом вкусным. Ну что, кредисочка, покушаем что-то по телеку, посмотрим. Интересно, что-то веселая охота, да? Да, да. Разрядиться как-то. Комедии какие-то надо смотреть. Да, короткометражные причем, потому что если какой-то длинный фильм, то можно за завтраком просидеть полдня. Нельзя, есть еще много дел. Соника подтягивает сейчас. Вот еще комедия. Комедия. Соника. Кашу ешьте, дети. Так, все, папочка, давай, садимся. Давай, мам. Ленуська пришла со школы, садится обедать. Гречневая каша, две бризольки и салатик. Это оставались, помните, вчера я делала голубцы из листьев капусты. Это просто листочки. Шо, горячие? Салатик кушай. Ну, дуй, значит. Так, мы с папкой пошли в больницу на столончик. Мы, Лена, недолго, мы туда и назад сходим. Вернемся и пойдешь туда на улицу, хорошо? Угу. Все, пока кушай. Может, какой-то урок успеешь сделать, ладно? Угу. Лена сама, ой, господи, ты что падаешь? Из бисера сплела на шее. Вон, так, а ну подними голову. Такую штучку. На шейник? Ошейник. Обидно. Угу. Все, приятного аппетита, Доня. Спасибо. Идем в поликлинику. Даже в куртке жарко, да? Да. А у меня еще и кожанка, она вообще, блин, воздух не пропускает, короче. Ага. Погода шикарная просто. Птички поют. Ветер, да, даже он ветер теплый. Да, все уже такой. Настоящий. Весенне-летний, я бы даже сказал. Классно. Летняя погода. Да. Сейчас мы быстренько в больницу сходим. На обратном пути зайдем. Что нам по мелочи? Картошку надо, нам майонез. Да. Хлеб. И все. Пойдем обедать. Пришли мы из больницы, ребятки. Вот у нас такой обед сейчас. Чай, бутерброды такие, салат. И вон Ласка сидит. Так, ребятки, готовлю суп на завтра. Лена покушала. Что-то там, борщ кушала, да? Да. Вот. А я варю на завтра супчик, чтобы Лена со школы пришла. Супчик варю. Этот, просто на курином бульоне, лук, морковка без зажарки, сейчас нет, стой, без зажарки. И знаете, что, помните, я вчера делала голубцы, и у меня осталось этот рис, просто отварной. Вот я сюда его прям в суп добавлю, он уже, он полуготовый, полуотваренный. И такой будет супец, зеленухи туда. Будешь такой супчик, да, Лен? Угу. Ну и все. Так, короче... Лена, борщ покушала. Может, будешь, Лена? Есть еще гречка, есть сосиски. Нет. Есть голубцы. Нет. Не хочешь? Ну, как хочешь, нам больше достанется. Да? А что ты в школе сегодня покупала? Булочку. Просто? Без ничего? Просто булочку, да? А, Лена рассказывает, короче, у них на следующем уже уроке труда. А, так как у них небольшой класс по количеству, то у них на уроке труда не разделено, как должно быть. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Они занимаются вместе. То есть мальчики и шьют, и вяжут, да? Да. Вот. И со следующего урока у них начинается этот самый... Что там, Лен? Тема готовка, короче. Да. Ну, вообще, я так удивилась, ученицы говорили, что это бутерброды и их схема, знаешь? О, их схема, это самое. Пускай папу приглашает, он покажет... Мастер-класс. Да, мастер-класс по бутербродам. Ну, хотя колбасу он все равно отрежет, как куски. Да. Не знаю, прям вообще... Он схему режет. Покажет. Как иногда чистят картошку, вот так вот кубики такие получаются. Да. Ну, прикольно такая. Будет с мальчиком. Но мальчикам тоже на самом деле это надо. Не, мам, у нас готовить. Вообще в конце года должна быть еще выпечка печенья, поэтому... О, а это самое, можно я к вам на мастер-класс приду по выпечке печенья? Я тебя буду учить. Да? Я с выпечкой не дружу, будешь меня учить. Дочь будет маму учить, да? Мам, еще завтра эвакуация. Завтра же день памяти Чернобыльской АЭС. О, смотри, какая картошка. Да? Да. Будете репетировать эвакуацию, да?
Да. Ну, тоже хорошо. Репетировать, это прикольно вообще звучит. Ну, а репетировать эвакуацию. Репетировать, блин, смотри, какая картошка попалась. Получается, на любом из уроков прозвенит, не знаю, четыре звонка, либо сирена. У нас тоже такое было, да. Вот. И понимаешь, типа неизвестно, когда, с каким учителем. Ну, интересно. Я помню, у нас в школе такое было, для нас такое событие было. О, класс, это ж, ну, полуурока, урок, получается, пропускаешь. И мы так надеемся, чтобы на математике было. На математике? Да. Надеетесь. Ну, главное, чтобы не на физре. А мы и так на улице будем, наверное. О, а чё я мелко, Лен, картошку порезала? Ты ж любишь это самое крупно. Да. Я заговорилась. Ну ничего, будет разок этот сам. Боже, смотри, аж синее. Будет разок мелко, ничего страшного. Чё, рука устала, да? Да. Да. Ну все, ладно, давай тогда выключай. Ой, ласка разыгралась у нас. Цветочком. Ой, какой цветочек. Цветочек просто. Ой! 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 Она уже и облизывала, да, и на язык пробовала, и на зуб пробовала. Тут цветочек, он завял уже. Ой, бокс, бокс, бокс. Смотри, чтобы за руку не цепануло. У нее когти такие конкретные. Да, Лена, цветочек. Ой, ой. Так болтаешь со стороны в сторону, как будто гипнотизируешь ее. Ой, и кружила. Кружите меня, кружите. Опа. Брожурка. Опа. Захватики. Все. Бери. Опа. Ой. Цветочек. Опа, видела, как она такая попой так. Все. Нет. Оторвала. Нету цветочка. Оторвала, все. Все, все, она у него. Опа. Ей все равно нравится, да? Хлеб Сонин лежит тут. Цветочек. Ласса, ласса, лови, лови, лови. Кидай. Опа. Она лапой его. Ой, зацепился. Футбол. Футбол сейчас будет. О, видела? Трюк, трюк. Паучок. Это Человек-паук. Прикольно. Оп, нету. Опа, есть. Ой, ой. Выброжули. Выброжули. Опа. Пахнет цветочкой, пахнет цветочкой. Опа. Какая смешная, да? Интересно. Ласса у нас вообще веселая. Она веселая, она просто много спит. Как будто она постоянно под снотворным. О, а ты не кинула, да? Оп. Вот цветочек, да? Это прикол. Да не обманывай. Бедная кошка, ты что? Оп, нету. Опа, есть. Цветочек. Ну все, не мучай, она уже не хочет играться. Он уже чухается. Опа, опа. Ой. Ну, что творит? Что творит? Хвостом помахивая.
Ну, часто играется. Просто на камеру как-то не снимаем, бывает, что он поспит, да и пожрет, и поиграет. О, хлеба кусок. Что выбрать? Цветок или хлеб? Цветочек лучше. Оба. Ну, бывает, такие тут делает, Далина, и колесо крутит, и что хочешь, да? Ой-ой-ой. Все, все, упала. Она не упала. Ой, ладно, все. Опа. Все, побежала скакать. Так, ребятки, садимся ужинать. 12 часов опять. Мама как суп всегда кушает. Это я, в смысле. Сварила вот такой вот симпатичный куриный супчик с рисом получился. И доедаем голубцы. Отец два голубчика, я один, хлеб и у нас это, ну, овощи, типа зеленуха. Да, вкусненько. Вкусненько. Да. Так что решили куда-то поискать эту комедию какую-то. Посмотреть. Да. Что за картинка страшно. Включила комедия, она какая-то порнография. Да, голые, заставки. Голые, а они специально шопы ставят, блин, ну, голые, да, попы, чтобы кто-то зашел, а на самом деле там нечего смотреть, комедия. Ну, они привлекают. Даже чем еще привлекать, как не голыми попами, да, ну, скажи, да, вообще, да, дурдом уже. Совсем уже. Так, ну что, поговорили за голые попы, да? На этом будем вращаться. Всем большое спасибо, ребятки, что нас смотрите. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. И кто новенький, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока. You know.